По всей нашей огромной стране в четверг, 22 августа, отметили замечательный праздник – День государственного флага России. Наш флаг наряду с гербом и гимном – это один из главных символов государства с тысячелетней историей, и поэтому он заслуживает самого уважительного и трепетного к себе отношения. Трехцветный российский флаг был впервые официально поднят в августе 1991 года над Белым домом в Москве. С тех пор прошло уже 28 лет, во время которых наша страна пережила очень многое. Но самое главное, она восстановила свое высокое значение как для собственных граждан, так и для всего остального мира. Флаг России – это гордость всего народа. Символ великой державы, который вдохновляет на новые спортивные победы, трудовые свершения, воинские подвиги и научные открытия. В этом году российскому триколору исполнилось 350 лет. Этот день объединяет нацию, выражает дух народа. Государственный флаг нашей страны – это живая частица России. Во все времена флаг воплощал в себе могущество и независимость Отечества. Служил символом гордости за свою страну и свой народ. Под флагом Родины подписываются важные документы. Военные совершают подвиги. Спортсмены одерживают победы. В день государственного флага на площади возле парк-отеля «Уют», украшенной в бело-сине-красных цветах, состоялось мероприятие, посвященное этому празднику. Главными действующими лицами торжества стали юные славянцы, которые учатся в городских школах. Они приняли участие во флешмобе с огромным российским флагом и были этому очень рады. Я очень рада, что принимаю участие в таком большом мероприятии, как день именно российского флага, а не другой страны. Рада, что живу именно в России, а не в другой стране. И вообще это замечательное событие. Наша страна самая просто замечательная. Я очень рада, что именно здесь я живу, именно здесь я родилась. И хочу дальше прожить свою жизнь именно в России. Флаг России – это наша общая история, настоящее и будущее. И то, каким это будущее станет, зависит от каждого из нас. Чувство глубокого уважения к флагу у славянцев воспитывается с детства. Для меня флаг России – это символ моей любимой страны. Он для меня очень дорог, и я очень им горжусь. Я рада, что родилась в нашей стране, потому что она самая красивая. Здесь живут прекрасные люди, и просто она самая лучшая. Славянские артисты порадовали своим искусством всех собравшихся, поднимая им настроение. Ты живи, моя Россия, славься, русская земля, краше нет. Многие ребята приняли участие в викторинах и конкурсах. Также интерес вызвали представители учреждений дополнительного образования, которые продемонстрировали учащимся свои достижения и ответили на вопросы. Этот праздник запомнится всем его участникам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».